Короче, коробка такая, такая, с надписями, красивая вся такая, из себя текстурированная, ну, в общем, короче, вот что внутри, вот здесь что не надо делать, вот. Вот так вот. Здесь еще всякие гред. Неразборчивая иностранная речь. Пейнс. Ну, короче, вот. Вот тут все написано. Вообще вот. Белым английским по черному. Вот. Че здесь? Больше ничего. Короче, внутри вот такая прекрасная коробка. Коробка. Коробки такой вот. Текстурированный, хороший такой, да? Вот снизу красный. Красный, прекрасно. Вот. Крышечка есть. Ля. Крышечка открылась. Уплотнителя нет. Уплотнителя нет. Внутрях поролончик. Вот такая вот палитрочка для смешивания. Ну, наверное, в данном случае можно здесь всякие проливки делать с водой, с медиумом и так далее. Поролонка вниз, потом идет тряпочка, нитканочка и калька. Такой вот пупырчатый донышко. Вот сколько тут листиков этой бумажки. Единственное, что херово, что вот здесь вот, вот эти вот углы скруглены. Надо резать вот это вот. Ляпа вообще, я считаю, ненужная здесь. Ну, посмотрим. Взял ибо недорого. Ну вот. Короче, рекомендуют они сначала класть поролонку для воды. Потом вот эту нитканку. Ну, сверху, соответственно, это. Как производитель рекомендует здесь использовать только очищенную. Вот. Вот. Ну и всякие напутствия. Вот. Кому интересно, почитайте. Вот, в целом, хрень недорогая, того, наверное, стоит. Взял ее чисто на замену своей старой палитре. Вот, ну так, чтобы покрасивее было, покомпактнее как-то. Ну и крышечка более-менее плотно закрывалась. Единственное, что без уплотнителя, но она очень плотно закрывается. Здесь вот высечки для пальцев, чтобы открыть крышечку, видимо. Ну, она, в общем, сама несложно снимается. Ну, такая вот хреновинка. Вот. На мой взгляд, палитра маленькая, и вот из-за этой хрени. Может быть, я даже выломаю ее. Как бы мне этого не хотелось, но, видимо, придется вот эту часть отсюда убрать. Вот, а моя старая палитра сейчас покажу, как выглядит, чем отличается. Старая кастомная палитра. Вот, лист полистирола вместо крышки. Сама палитра — это, в общем-то, крышка от бокса с аэрографом. Здесь пергамент для запекания. Снизу тряпочка нетканая, водичка и погнали. Вот. Вода обычная. Вот в таком флаконе. Валеховская. Вот. 200 мл из-под крана. Вот, пользуя ее, естественно, со временем она начинает вонять, и ее надо менять. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. До новых встреч и пока-пока. Да, и совсем забыл сказать, что данная палитра, естественно, не подходит для масла, и, естественно, не подходит для нитрухи. Вот. Он ли водный акрил. Вот. Соответственно, здесь только вода. Вот. Везде вода. Вода. Чисто для водных красок.